Это уже войны в киберпространстве. Телеканал NBC сообщил о внедрении американских военных хакеров в российскую систему телекоммуникаций и даже в командные системы Кремля. Таким образом, хакеры якобы сделали российскую инфраструктуру уязвимой для секретного американского кибероружия, если США сочтут его применение нужным. Ну, то есть в случае, если подвергнется серьезной атаке Соединенные Штаты. Ранее американские власти обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии. Вашингтон считает, что с помощью кибератак Москва якобы пытается повлиять на исход президентских выборов в США. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что мы не занимаемся хакерскими атаками на государственном уровне.